Это специалисты из стран ближнего зарубежья – Казахстана, Армении, Абхазии и 10 регионов России. По всему миру сейчас наблюдается тенденция уменьшения интереса к чтению книг у молодежи. Специалисты обсудили новые решения для увеличения интереса к чтению среди подрастающего поколения. Сейчас мы собрались здесь для того, чтобы обсудить последние моменты, вот организационные моменты, поделиться опытом, который уже накоплен, подписать торжественно положение об этом проекте и активно приступить к его реализации. Основная тема конференции – «Путь к читателю 21 века». Площадкой для повышения интереса к чтению молодежи теперь выступает интернет. Поэтому, как отмечают специалисты, одна из главных задач – обеспечить максимальную доступность электронных вариантов книг в мировой паутине. Напомню, 2015 год назван годом литературы в России.